Re! Viss ēters ir te! Всем большой привет! Сегодня мы вернемся с вами к теме зерен и приготовим блюдо из риса. А это именно тот вид зерна, тот вид злаков, который самый популярный по всему миру. И, кстати, полезный. Что ж, это будет ризотто, но рис будем использовать сегодня мы басмати. Первым делом, конечно, мы нарежем лук. Мы будем готовить сегодня в казане. Конечно, казан есть не у всех, и можно готовить это смело в кастрюле. Нам надо, чтобы он сейчас принял золотистый такой цвет, потом мы добавим туда чесночок, а пока мы с вами натрем на терочке морковь. И с паприкой здесь все-таки стоит потрудиться и сделать такие маленькие-маленькие салончики. У нас уже лучок наш стал золотистого цвета. Это тот самый момент, когда мы берем зубчик чеснока, не больше, да? Нам здесь не нужно, чтобы чеснок нам все перебивал. Нам нужен просто, опять-таки, аромат. Фасоль. Конечно, фасоль очень важна. Я взяла замороженную фасоль. Очень важно ее до этого немножко обдать кипятком. Здесь у нас 1,5 стакана. Рисик мы должны выложить равномерно. То есть не так, чтобы в одну кучу его сгребли и все. До воды мы должны добавить и специи. 1,5 стакана риса. Возьмем 2,5 стакана воды. Ну и пока у нас тут все кипит, томится, ставим вот троечка-четверочка, я решила приготовить, опять-таки, итальянский салат. Это что? Это моцарелла и помидоры. Басмати, не зря это король риса, его варить очень легко. И несмотря на то, что мы добавили туда очень много овощей, он не потеряет свой аромат. Желаю вам приятного аппетита!